Друзья, доброе утро, добрый день, добрый вечер, доброй ночи, с вами снова я, Руви. Это новое видео по игре под названием GTA RMP Mobile сервер, точнее проект Black Russia, сервер Purple. В этом видеоролике, как я обещал, будем продолжать прокачивать мой геттер. Короче, когда была серия по прокачке геттера, вот в том видео я, получается, играл в казино, поднимал деньги, после этого на эти деньги прокачивал машину, тогда получилось поднять что-то около 400 тысяч, и мы сделали что? Покрасили машину в другой цвет, сделали внизу подсветочку, а также немножко там налажал с тюнингом в плане заблокировки. Называется, короче, колеса задние опустились, там тачка дрифтила, то есть мы сделали такой себе посредственный тюнинг. Я хотел сделать чип-тюнинг, но на чип-тюнинг денег не хватило, потому что он стоит просто огромных денег. То есть, для примера, ну не для примера, а вот я специально подъехал, покажу вам, сколько это дело стоит. У меня на балансе сейчас 1 287 000 рублей, кстати, довольно-таки много. Это после моего предыдущего доната на сервер вышло. Помните, да, мы там открывали много сундуков, кейсов и подняли, короче, реально много денег. Короче, чип-тюнинг это три, получается, стадии. Первая стадия, вторая стадия и третья стадия. Stage, okay. Вот, первая стоит сколько? Первая стоит 650 тысяч рублей. Вторая, по моим расчетам, стоит около миллиона. Возможно, не миллион, а 800 тысяч. И третья стадия, самая такая серьезная, максимальный уровень чип-тюнинга, стоит уже, я не знаю, ну, по моим расчетам, где-то миллиона полтора. То есть нам нужно еще сверху где-то... Так, ну, предположим, да, это 650, следующий 800, у меня сейчас получается 1 200 000 300, ну, короче, это нужно 1 1,5 миллиона рублей, чтобы сделать максимальный чип-тюнинг машин, то есть машина будет самая быстрая на сервере, мне кажется, если у нее изначально 270 без тюнинга, то с тюнингом, по идее, будет летать просто прям очень-очень много. Короче, гоу, купим первый стейдж. Первый стейдж, вот, и посмотрим, сколько стоит второй, и после этого пойдем в казино, попробуем реально поднять много денег, чтобы... прокачать машину на фул, то есть я специально не доначу именно на игровую валюту, да, и хочу сделать это именно в игре, в плане там в казино поднять, пойти, то есть сделать какой-то прикольный контент, который вам понравится, поэтому погнали пробовать. Ну что, первый стейдж, это я на самом деле хотел давно это сделать, потому что машина будет реально летать, а мне это нравится, это прикольно, минус 650 тысяч рублей. И второй стоит 780, кстати, ну, это дешевле, чем я ожидал, я думал, либо 800, либо миллион, то есть, по идее, тогда второй стоит 780 тысяч, а третий стоит, наверное, миллион, да? Блин, прикиньте, она уже, наверное, летает просто, ё-моё, чип-тюнинг, самолёт-аэроплан. Короче, друзья, нам нужно, по моим расчетам, миллион... 1 700 000 рублей, то есть где-то еще 1 миллион сверху нам нужно нафармить. Поэтому мы сейчас пойдем в казино, делать грязь, делать контент. Я надеюсь, вам такое нравится, по тому ролику я понял, что вам вроде бы реально заходит подобная тема, и поэтому будем делать подобную тему. Перед тем, как мы начнем, я бы хотел вам сказать, где я играю. Как я уже сказал, играю на сервере Black Rush, точнее на проекте Black Rush, сервер Purple. В описании есть ссылочка, где вы можете скачать сервер, где именно я играю. Вы можете вступить в нашу семью, там играю я, Саша и вся наша семья огромная, вот можете вступить. Короче, по ссылочке в описании скачивайте, заходите в игру. Появляйтесь на спавне, после этого там есть какой-то такой вот подарочек, да, вы на него подходите, и после этого выполняете какие-то задания, там они, ну, буквально там на минут 10, 20, 30, может максимум, не знаю, может даже быстрее, и получаете второй левел. После этого под картой, видите, вот у всех есть карта слева, нажимаете стрелочку, нажимаете H, листаете, получается, так, H нажмется, H вообще, почему у меня, а, нужно с машины выйти, боже мой, я дурачок. Короче, нажимаете стрелочку, нажимаете, получается, H, нажимаете меню, выбираете пункт промокод и вводите, тут получается что, показываю вам, слэш, Руви, именно маленькими буквами получаете бонус в размере 15 тысяч рублей игровой валюты. На самом деле довольно-таки много, потому что Жигуль, да, вроде стоит 25, либо 25, либо вообще 20. Самый дешевый Жигуль, Жигуль вроде стоит 20 тысяч рублей, и поэтому вам почти хватит на машину, то есть немного поработали, и у вас уже тачка. Так, зайдем в машину, слэш ЛК, получается, входим, закрываем машину. Короче, это, блин, будет самый жесткий геттер, если у нас получится сделать все, что нужно. Будем играть блэкджек в казино. Черт возьми, казино. Ну, мне это интересно, я это записываю. Я записываю то, что мне правда интересно, поэтому погнали. Пишем GPS, получается. Так, где это вообще? Найти ближайшее казино. Где оно находится? Сейчас мы узнаем, оно находится... Довольно-таки далеко, поэтому, наверное, как только доберусь, с вами свяжусь, и, собственно, чтобы ваше время не тратить, ставлю ролик на паузу. А вы пока качайте сервер по ссылочке в описании, ёлы-палы, чтобы гоняли вместе. После того, как я сделал чип-тюнинг, вроде бы еще не пробовал проверять машину на скорость, то есть мы еще не гоняли, вроде бы дорога довольно-таки пустая, хотя тут автобус, короче, го проверим, сколько она может ехать, если никуда не врежемся, то мы, правда, узнаем. Я заранее купил две ремки, вот, так, 200, я вот только начал говорить, уже 200 скорость... 240. 200, я сейчас куда-то вхерачу, реально. Сейчас какой-то скутер просто отлетит отсюда. 275. 280, друзья. 289. Давай, только не врезаться. 300.
Друзья, мы поехали 300, и вроде бы она могла ехать больше. Так, мы еще, кстати, проехали поворот, вроде бы там был какой-то поворот, но пофиг на поворот, ё-моё, мы 300 едем, нам по барабану. Короче, нам нужен миллион сверху, миллион рублей сверху. И мы сделаем максимальный, ну, по идее, может, 100 000, да, максимальный чип-тюнинг. И тогда будем летать, наверное, прям, ну, 360, может, даже больше, 360 км, я думаю, будем летать точно. Вот, ну, представляете, что это, да, это прям аэроплан. То есть такой геттер, да и такой обычный геттер даже без тюнинга, это уже не стыдно, потому что, во-первых, он стоит 2 миллиона и 700 или 600 тысяч рублей, это уже очень-очень много игровой валюты. Вот, ну а если еще с чип-тюнингом, а еще и максимальным, то что это просто аэроплан. Короче, будем играть не на какую-то фигню, будем прям заходить и играть жестко. То есть ставим по 100 тысяч, по 200, по 300, хоть по полмиллиона, да, я готов реально разрывать долбанное казино, да, папочка здесь, папочка влетает, папочка еще будет делать грязь. Так, альт, этот стол абсолютно фуловый. Так, нам нужен стол, где не хватает одного человека, чтобы мне не ждать очередь, а вот прям вот чисто заходить и со всеми играть. Так, тут два человека, будет, по идее, со мной три, нужен еще один. Короче, ладно, ставим, что поставим вообще? Так, у нас 637 тысяч рублей, 397 рублей сверху. Предлагаю поставить 137 тысяч и 300, получается, 97 рублей, да, чтобы вот, вот прям вообще хорошо, приятно, прекрасно, балдежно, молодежно. Вот если проиграем, будет ровно полмиллиона, а там уже будет интереснее. Короче, в чем прикол? Кто не в теме, это блэкджек. Я против казино вообще везде, но в игре поиграть можно, тем более, когда вот нужен чип-тюнинг, то есть я вот прям заряжен на этом, у меня есть какой-то определенный азарт в этом моменте. Никому не советую, но вот у меня он есть, поэтому играем. Короче, это блэкджек. А суть в чем? А максимальное, что может блэкджек, это 21, это какая-то картинка плюс туз, либо там просто собрать 21. Короче, играем, ёлы-палы. Так, я где вообще? Я третий сверху, у меня 6, у дилера 2, это плохо, это нехорошо. Ну, это прям, ну, не супер ужасно и не супер... Это ужасно, да, у меня 14, это очень плохо. При этом, короче, чтобы мы выиграли, да, сейчас, прям на уверенности, да, нужно, чтобы у дилера было... вот сейчас 10, да, с двойкой, там 10, в принципе, может быть. Так, давайте для начала нажмем «хватит», потому что вроде бы сейчас мой ход. Вот, у дилера должно быть 10 для меня, да, было бы идеально. И потом еще 10 сверху, и тогда у него будет 22, а 22 это больше, чем 21, это перебор, мы просто выиграем. То есть нам нужен перебор дилера, еще 10, давай... 20 у дилера, не повезло, не фартануло, минус 137 тысяч, но это немного, это мало, окей, это мало, ладно, это много, че, трендить тут не буду. Короче, хотел поставить 200 тысяч, потом понял, что это реально определенный риск, ставим 100, дабы вернуть то, что мы только что просрали. Ну, мы все не вернем, но вернем почти все, да, то есть 100 тысяч, это нормальная ставочка, вот, выиграем, класс, проиграем, ставлю 200. Нам нужен, напоминаю, 1 700 000 рублей. Прикиньте, вот сколько я не играл на этом сервере, ну, в казино именно, да, у меня ни разу не было блэкджека. Вот прям, я вроде, реально, я не помню, что был блэкджек. Блэкджек — это с двух карт 21. То есть ни разу у меня не было картинка или там 10 плюс тут ни одного раза. Это прям печально, я вот делаю определенный тонкий намек игре, что, может быть, сейчас стоит сделать блэкджек, чтобы я был доволен, чтобы я был спокоен, чтобы я выиграл эти 100 тысяч рублей и потом пошел играть на немножко большие суммы, чтобы быстро капнуть 1 700 000. Короче, у дилера у нас 5, это просто идеалити, это худшее, что могло быть у дилера, точнее лучшее для нас. У нас 3, это, блин, это дерьмо какое-то, можно мне 8 или 7, 2, 5... У меня, короче, как у дилера, у меня ужасно, у меня 5, это прям ужасно. Ну чё так-то, а? Почему 5, боже, 5? Смотрите на стол, просто 16, ладно, там 10, 5, короче, да, такое себе. Единственное, что будет хорошо, это то, что у дилера сейчас 10, и сверху что-то больше 6, то есть, к примеру, 7, 8, 9, 10. Так, ну что, берем, давай, просто 5 или 6 сверху, это просто ужасно, дорогие. Это просто мега ужасно. У нас 15, это худшее, что могло быть. Надеюсь, у дилера тоже 15, потом 10 сверху. 10 и 9. Мы выиграли, друзья, плюс 100 тысяч рублей сверху. Балдеж, классно. Вот это хорошо, вот это приятно, окей. Мы почти вернули. Но мы пришли сюда, чтобы не возвращать, чтобы подниматься вверх, чтобы, собственно, апгрейдиться. Поэтому ставим 200 тысяч сейчас. Если вдруг просрем, у нас останется на балансе 400. Если выиграем, будет на балансе сколько? Правильно, 800 тысяч рублей. А 800 тысяч это хорошо. 10 секунд до начала гейма. Я хочу себе блэкджек с двух карт. Это туз и, допустим, валет. Хотел бы туз и валет. У дилера хочу сейчас 5.
Было бы просто идеалить или 4. Нет, лучше 5, лучше 6, 8, плохо. Так, можно мне 10 хотя бы для... Почему у меня 5? У меня каждый гейм начинается с говна в руке просто. 15, ну что это? Так, мы 200 тысяч проиграли, вам сразу говорю. Опять же, есть шанс, что сейчас дилер возьмет себе что-то меньше 8, то есть 7 и менее, и потом перебор. Но я в это не особо верю, думаю, что мы проиграли. Но это ужасно, друзья, это супер ужасно. 8, пожалуйста, дилер, я умоляю тебя, может быть, можно... 21 у дилера. Просто самое идеальное, что можешь собрать дилер. Информирую, что если бы я взял карту, да, с 13. Или сколько у меня было? Подожди, у меня было... У меня 15 было, да? Короче, я все равно перебрал, это воняет жопой. Ладно, окей, ставим... Пацаны, тут играет настоящий мужчина. Ставим 300 тысяч. Проиграю, тогда этого ролика просто не будет. Поэтому ставим 300 кусков. Папочка сейчас будет делать грязь. Мне похрен, я сейчас выиграю эту ставку 100%. У нас будет 700, потом ставлю, мне похрен, 500. У нас будет 1 200 000. Вроде бы мои расчеты верны. Короче, у дилера туз мы проиграли. Так, что там у меня? У меня 7. А чё? А чё у дилера туз-то, ёпта? Можно мне 4 сверху или 3 хотя бы? 3, нормально. Ладно, ужасно, у дилера туз. Если у него 10, мы проиграли уже практически с гарантией, потому что вряд ли у меня туз. Триндец, друзья. Это, знаете, ну-ну-ну, это неприятно, это неприятно. Так, хорошо, ладно, берем карту. Верим в 10 или туз, 10-20, окей. Дилер, только не 10. Идешь отсюда вон, помойка вонючий, помоечь. Пошел вон. Все, давай, 9, а лучше 8, а лучше 7. Идешь отсюда, толстый, только не 10, давай. Иди отсюда. Вон пошел, вонючий. 2, 3. Я выиграл, друзья, просто легчайший. 700 тысяч. Насколько на уверенности делаю игры, ребят? Насколько на уверенности это происходит? Я же говорил, 500 тысяч поставлю. А я поставлю. А нет, а я обманул. Нет, я поставлю нахрен. Я поставлю 500 тысяч, друзья. Играем по-жесткому. Мы пришли сюда не просто, вот, знаете, вот сопли возить всякие. Да, мы будем делать грязь, будем делать деньги. Фу, блин, на самом деле, скажу честно, это было рискованно, да? Это было довольно-таки рискованно поставить... Поставить 400, я же 400, да, поставил, или я сколько поставил, или 300, короче, вроде много поставил, 300 тысяч поставил, вот, и при этом у дилера туз, вы представляете, насколько, дилер 10, идешь ты, чмо тупое, говнюк, у меня 8, да боже, воняет жопой. Так, ребят, ну, если мы и это выиграем, это колдовство, но я в это не верю, это круто, у всех вон 20, 20, у Богдана 12, ребят, какой шанс, что я возьму, и там будет не 10, ну, просто какой шанс на это, ладно, я возьму, окей, я поверю в удачу. Вроде мне пока везет, я чувствую, я сижу и я чувствую удачу, да, то есть она вроде бы рядом, поэтому берем, у меня 9, давай, 8, 20, боже, папочка здесь, ребята, легкий, дилер, а давай теперь пожуй мою жопу, давай, давай, только не 10 и не туз, 9 и менее, давай, пошел вон, давай, давай, 8, я выиграл, друзья, это, я не знаю, как это назвать, это киберспортсмен, ёпта, здесь, так, 1 200 000. Я не знаю, это... Так, давайте 100 тысяч поставим. Я хочу отдохнуть просто. Отдых, да? Отдых на 100 тысячах. Нормально, нормально. Ребят, это мега удачная серия. Я вам говорю. Ну, я понимаю, что могу еще все просрать. Валет. Блин, а можно сейчас без блэкджеков? Я только 100 тысяч поставил. Ну, хотя ладно, выиграю, приятно будет. Давай, туз или 10? 3. Пошел, черт тупой, козел. Ребят, я доволен. Я только что сделал две ставки, когда у меня были просто ужаснейшие карты. Каким-то образом из этих карт поднял офигенные карты. И выиграл туз и десятку у дилера. Ставя почти все. Я не знаю, так, хватит, я не буду брать. Я думаю, дилер 10-10, я верю в удачу. Мне вроде бы реально везет, чувствуете везение? Оно здесь, оно в этом ролике, ставьте лайки, чтобы вам везло так же, ёлы-палы. Сейчас дилер 10-10, и мы просто выиграем ставку 100 тысяч рублей. Игровая валюта, само собой. 10-9, чмо, 21. Ладно, окей, у нас 1 100 000. Давайте сейчас вот подумаем. Рейджить, блин, ну рейдж. Понятие такое, знаете. Понятие растяжимые, то есть рейдж для кого-то это 10 тысяч рублей, для кого-то 1000, для кого-то 100 рублей, для кого-то 1 000 000. То есть я сейчас поставлю 200 тысяч рублей, это вроде рейдж, но при этом если мы выиграем, будет 1 300 000. Далее можем поставить 400 тысяч и прям сразу поехать и делать максимальный тюнинг моего геттера. Nissan Getter, okay, man, girl. Погнали, все, 200 тысяч не так уж и мало, на самом деле, если проиграем, будет довольно-таки обидно, потому что до этого мы проиграли еще 100, то есть проиграем 300, это довольно-таки много. Вот, собственно, короче, смотрим за ситуацией и верим в лучшее. Как я уже говорил в этом ролике и в прошлом ролике, когда мы играли в казино на этом сервере, как-то вот не падает блэкджек с двух карт, да, то есть как бы я не хотел, мне даже туз первый вроде ни разу не падал. Дилер, дама, это говно, можно мне туз? 7. Давайте мне просто говно, да че вы, че мне карты дайте, насрите мне на стол. Так, 7, 7, 14. Это триндец, ладно, окей, я понимаю, что мы эту ставку скорее всего проиграли. И шанс на то, что я сейчас не переберу,
Вроде бы в моей голове... Зачем чел взялся 18? В моей голове так, подожди, 6? Блин, друзья, знаете, я вот хочу... Нет, знаете, я возьму, давай. Король, 24, славно взял. Ладно, окей, похрен. Вот, вот моя семерка, говнюк, куда ты взял? Положи на обратно мне, дай семерку, все, ребят. Надеюсь, у дилера счет большой, я бы 100% проиграл, потому что если там 5 и менее, у дилера 6, да, мы все равно бы проиграли. Окей, хорошо, это не обидно. Нет, обидно мы проиграли. Окей, 900 тысяч рублей. Нужно подумать логически. То есть стоит ли сейчас ставить 400 тысяч? Блин, я хочу... Ладно, окей, хорошо, предлагаю как? Ставим 200 тысяч. Если выигрываем, если проигрываем, следующая ставка 400. Нет, это много, я не буду. Не буду. Все, спокойно играем без рейджа. То есть сейчас мы подняли, в принципе, неплохо. Можно просто вот устаканиться, да, в своем познании, преисполниться, то есть преисполниться и не рейджить, и просто спокойненько сделать 1 700 000 рублей. Вот, на столе, кстати, не хватает одного игрока, это игрок под столом вторым, получается, я третий, под столом, под вторым столом, игрок, что там делаешь, ё-мэ. Ну что, 200 тысяч ставка, вот здесь сейчас проиграй, будет обидно, потому что проиграть 3 подряд это довольно-таки много, это, ну, very неприятно, лучше проиграли бы одной 500, хотя не знаю, как обиднее, сразу проиграть 500 или проиграть 200, 200 и 100, это непонятно, это я немного осуждаю, окей. Чел, ты поставишь что-нибудь? Ты там сидишь и вот ничего не нажимаешь. Он вылетел. Дилера 7. Можно у меня что-то больше 7? Ну, я прошу, ну 5. Ну, это просто... Я сейчас 700 кусков поставлю. Ладно, шучу. Можно 4? 6. Боже. Друзья, дабл. Мне похрен, я нажимаю дабл. Просто не дай бог сейчас какую-то четверку достанут. Или пятерку, не дай бог. Давай. Да блэкджек сосать. Плюс отдыхать, плюс лежать, плюс спать. Сладких снов. Казино. Просто отдыхай, я выиграл, друзья. 1 300 000, какой прекрасный, сочный, вкусный, сладкий. Ах, конфеточный дабл. Окей, 1 300 000, нам нужно что? Нам нужно еще 400 000, поэтому что, папочка берет и ставит 400 000. Просто берет и ставит 400 000, одной ставкой, мне похрен, ребят. Выигрываем, мы просто сделали прекрасный видеоролик, где подняли в казино 1 000 000 рублей. 1 000 000 рублей, друзья, миллион, информирую, 1 000 000 рублей подняли в казино. И после этого протюнили тачку, то есть меня разделяет вот... Между прекрасным видеороликом и роликом, где я проиграю еще 900 тысяч рублей, буквально одна ставка, и эта ставка прямо сейчас на столе. Друзья, прямо сейчас я предлагаю всех вас... Предлагаю что? Предлагаю всем вам поддержать данный видеоролик лайком, потому что сейчас реально очень важный момент. Никакой подкрутки, никакой, вообще ничего, просто вот реально real game, окей? То есть нужна ваша поддержка, ваши лайки, я уверен, крупье их почувствует и просто возьмет, достанет себе 6, 10... А, нет, не надо. 5, 10 и 10. И будет перебор в 25. То есть мне нужно именно вот это, друзья. Если вам не сложно, поддержите этот, все, короче, и все. И скачайте сервер по ссылке в описании, и мой промокод введите, и вообще вот просто смотрите меня всегда. Окей, 5 секунд до начала игры, ребят, я на самом деле реально вот прям, вроде бы игровая валюта, но что-то переживаю, потому что может быть такой классный видос. Валет, мы просрали, можно туз 10, 6, я сейчас почти матернулся, можно, так, окей, 3, 4, 5, 3, фух. Так. Я не знаю, это пока что мне ничего не нравится. Почему у этого вонючего куска игрока слева от меня туз? А мне сейчас не дадут туз. 5, это просто, ребят, минус 400 кусков. Ну идешь отсюда, козел. Идешь вон, понял. А мне повезет, он сейчас достанет 5-10. Я ему говорю, 4, 3, 4, 5, 10, давай. Только не сразу 10, 10 сразу не надо. Давай. Чмо, 20. Друзья, ну я не знаю, у меня в каждой игре реально происходит тупая магия. Я не знаю, как с ней бороться. Почему мне раздают такие вонючие карты? Они в натуре говном воняют. Ну что это? Почему я должен... Окей, я понимаю, дабл был классный. Не спорю, да? Дабл был балдежный. Вот, но помимо дабла... То есть, все остальное не балдежно. Ну что, друзья, 2 секунды до... Если сейчас, ну, просто проиграю 300к, я начну реально рейджить жестко. Так, 8. Пожалуйста, больше 8. 10. Слава яйцам. Просто можно вторую карту тоже не в говне. 4. Спасибо, спасибо. Ребят, я сейчас реально буду 2 улына делать. Проиграю, этого ролика просто не будет, наверное. Или не буду, нет, я не буду реджить. Я поставлю 100, попробую еще, да? Окей, ну вдруг, окей. Начнем с того, что вдруг дилер переберет. Но, учитывая, что происходит, он не переберет. Это какое-то говно, мне говна раздают. Зачем меня обнадеживать? Десятка, когда выдают сверх четверку. Чел, я выиграл, пуш. Это магия, this is magic. Видеоролик. Как видите, да, выигрываем на говнокар. А прикиньте, были бы хорошие карты. Мы проигрывали, что ли? Нет, вряд ли. Мы бы выигрывали больше уверенности. Я хочу больше уверенности. Так, у нас 1 200 000. Делаем как? Ставим 200 тысяч. Ой, чуть 2 миллиона написал. У меня, в принципе, нет 2 миллионов, поэтому отдыхайте. Так, где 200 тысяч? Вот 200 тысяч. И у нас будет 1 800 000, то есть чтобы прям с запасом. Туз у дилера, мы проиграли ставку. Можно, пожалуйста,
Два. Что это такое? Что это? Ребят, это говно. Это реально ужасно. Окей, 9, 8, давай. 7, 9. Ну, я имею в виду 9 не в сумме, а 9 сверху. Ребят, ну окей, меня спасет только туз, либо 10. Я не знаю, 10 опять же может не спасти. Если вдруг у дилера там 10, то мы точно проиграли, походу. Вот, сейчас мне нужно что? Либо 2, либо туз, либо 10. Идеальный вариант 2, вариант похуже туз, и вариант еще хуже это 10. Посмотрим, что у нас будет, посмотрим. 9, о, в смысле 10, 19 у нас. Окей, против туза это не так... Ладно, это плохо, часть я успокаиваю. Это не прям хорошо и не прям плохо. Это так, посредственно. 19 против там может быть что угодно, мы еще просрем просто. Чел, дилер, иди отсюда, вон, вонючий, говной воняешь, говно воняешь, говно воняешь. Да, у дилера 21, проиграли. Окей, ребят, 1 000 000 рублей. Не знаю, может быть просто психануть поставить 700 тысяч за раз? Ребят, ну что думаете, в натуре, ну может поставить? Или не надо? Нет, давайте не пытать, 200 тысяч поставим. Мы думаем, что все будет хорошо, у дилера... Да, что это за ужас? Почему у меня всю... Вот просто сколько мы сейчас играем в этом долбанном казино, у меня всегда говно какое-то в руке. Почему? Так, вот на столе, окей, хорошо, у меня на столе не худшая карта, но у дилера 10, если там 9 или 10, или туз, не дай боже, да, мы проиграли ставку. Если мы сейчас проиграем, ребят, я начну рейджить, реально. Ну, не прям рейджить, но я так, начну психовать немного. Давай, говна поешь? Что-то прям плохое. 7. 7, 6. Или вообще перебери, идешь отсюда. Только не 9 и не 10. 4. Фух, перебор, друзья, славно. Окей, 1 200 000. Ну что, 3 секунды до того, как мы выиграем, надеюсь, у дилера опять хорошая карта. У меня сейчас опять рот в говне. Ну хотя 9 это не прям рот в говне, но сейчас же будет рот в говне. Сейчас кинет говна какого-то, да? Король 19. Окей, норм, норм. Хорошо, я не буду жаловаться, это не худшее, что могли раздать. Но если бы дилера было при этом 8, или 7, или 6, о, это было бы славно, это было бы хорошо. Окей, хватит, давайте, дилер, просто прошу, но не может же быть так хорошо. То есть достань себе не 10, и не туз, вообще идешь с тузом, не 9, а меньше, вот 8, 7, 6, или перебери там с двойки, тройки, четверки. 7, я выиграл, друзья, 1 400 000, пожалуйста, просто ласт ставка, давай. Без говна, не воняй, 400 тысяч ставим. Выигрываем и просто идем делать максимальный тюнинг моего геттера. У дилера 10, ну почему всегда так? Ну что, можно туз? 9. А что, я всегда с девяткой вначале? Это не худшее, не спорю, но лучше было бы, что... Почему там туза? 12. Я не знаю, друзья. Я не знаю, реально. На столе две девятки, то есть шанс, что у меня будет еще одна девятка, третья, это, ну, маленький шанс. Ребят, мне кажется, там 10, я переберу, 22 будет. Я ему говорю, я жопу чувствую, ребят. Блин, что делать? Короче, я возьму карту, я возьму карту, правда. Но я думаю, там 10, и мы сейчас просто опять говна навернем. Там туз, еще берем. 23, сволочь. Друзья, ну это трындец. Ну что за 9-3, это прям воняет говном. Главное, когда у меня... Почему мне не дали туза? Ну да, мы бы так проиграли, видите, то есть даже если бы я не брал. Опять у нас 1 000 000 рублей. Так, давайте. Все, пожалуйста, дилер, говна. Почему всегда? Ну это подкрутка, это реально что-то ненормальное. Валет, спасибо. Но мне сейчас накинуто, реально. Какой-то каловой массы сверху вольта. Блэкджек... Да ладно, серьезно? Друзья, первый блэкджек на... Спасибо, 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 ребята. Я не ожидал, это первый блэкджек на сервере. Вроде бы мой, ну с двух карт я не собирал. Это приятно, 300 тысяч это не так уж и мало мы поставили. На нормальных, ну как нормальных, казино нормально не бывает, но там, где в принципе норм играют, да, как норм играет? Короче, не играть в казино, в общем-то, блэкджек дает бонус к выигрышу. То есть мы сейчас поставили 300, можем выиграть, по идее, 700 или 800. Но вроде бы тут такого не должно быть, правильно? Надеюсь, у дилера не тусы, как бы мы сейчас, ну, не ничью сделаем вообще. Все, мы выиграли. Твою ты даун! Ребят, ничья! Я осуждаю. Я вот в такие моменты, честно, хочется загореть и вот поставить все, что есть. Но я этого я опять ставлю 300 тысяч, хорошо, я человек терпеливый. Но рано или поздно я поставлю все. Так, давай, дилер, опять хорошая карта. Ну 8 это хорошая карта. 7, ну да, конечно. Давайте сверху мне еще 6, чтобы мне было 13, чтобы я пошел просто и вышел отсюда как бы. 6, пу, спасибо. Выходим в центре. Так, 13 против 8. Я не буду брать карту, мне нахрен это не всралось. Я вот 8, смотри, на столе 8 раз, потом 7, есть шестерка, еще семерка, еще шестерка. То есть если я возьму, то там будет перебор. Ну сейчас проверим, ребят, на следующей карте нажимаю хватит. Сейчас там будет 10 чекать справа. Прям чел берет, у него 10. И я бы взял перебор. Давай. 4 было бы, 17 было бы. Ну и ну нет, а как ты забрал блэкджек, вонючий ты говнарь? Дилер, идешь, вон. 7, давай, доставай 7, 7, 10, 6. Тварь.
Ну что это? Друзья, я не могу терпеть такого. Это хорошо. Ладно, хорошо. Мое последнее вот терпение. И отставка в 300к. Остается 400 тысяч баланса. Я... окей. У дилера опять... Это, слушайте, я... 3 против 10. Ребят, я начну сейчас гореть, реально. Ну, я не прям начну гореть. Я буду гореть. 13. Тварь. Так. Помните, был ролик, где я сказал, что больше не буду играть в казино? Так вот, я серьезно говорю, если мы сейчас все просрем, я в натуре больше сюда не зайду. Там была шутка. Ну, не прям шутка, я хотел не заходить, но что-то решил опять зайти. Но тут уже не шутка, далеко не шутка. Вот взять, ну он же не возьмет, ну у дилера же не будет 5. Или будет, берем, похрен. Блэкджек, умный Богдан, гений, гениус. Интернет 7G у меня в голове. Я подключен к высокоскоростному интернету. 21, друзья. Не дай бог, это чмо сейчас соберет там туз, ребят. Это не чай, я вам говорю, там туз, полюбну, 100% туз. Ну что, чё мы? Чё мы? Какой гениальный ход-то, ё-моё. Какой умный ход, ребят, взять. И там еще одна 8. Я умный, я, ребят, в натуре. Как жить с таким мозгом, я не знаю. Дилер, все, фу, 20. Ну как он колдует? Смотрите, какие карты. Окей, ребят, ставим еще 3. Мне кажется, 300 тысяч. Прям вот число 300, да? Я извиняюсь, конечно, за это число. Оно какое-то вот прям вроде везучее. Я вот два раза поставил, и два раза было все неплохо. Но если первый раз не проиграл, было бы еще лучше. Вот, ну вроде бы я чувствую, что на 300 тысяч мне везет. То есть, исходя из всей ситуации, владея всей информацией, запечатляя все облигации, не знаю, к чему я это сказал, мы сейчас, ну, на 300 тысяч, по идее, выиграем, правильно? Правильно, поэтому давай, дилер, чмо, ты чмо, реально, без картинок. 3. Во, славно, славно. Можно мне 10 или туз? Давай, 10. Хорошо, так, хорошо, давай. Так, теперь мне 10 или туз, давай. Давай, 10 или туз мне. О, давай. Туз, боже, 3 блэкджек поймали. Ребят, я гениус, я гениус. Я гениус. Вроде пошло, вроде пошло. Я вам говорю, на 300 тысяч мне что-то везет. Прям эта цифра 300. Реально, мне с ней что-то везет прям хорошо. Что? А, да? Вот, ну, короче, да, я думал, там пошутили про 300, в общем-то, вроде не пошутили, но если вы тоже шутить не будете. Друзья, гениус мысли здесь, 2 блэкджека подряд, вроде бы, да, если я там шизой не поехал. Всего 3 за ролик, при том, что жаловался, что мне вообще они не выпадают. Дилер, только без ничьи с блэкджеком я не я переживаю. Фу, друзья, 1 300 000. Смотрите, мне везет на 300. Но я поставлю 400, чтобы был 1 700 000. Ну, ядрить, ну не может быть такого, правильно? Мы же не можем сейчас проиграть на 400, потому что я выбрал цифру 4 вместо 3. Все, ребят, выигрываем. Это уже третий раз, когда мы можем вот выиграть и просто пойти затюнить геттер. Давай. 6, славно, идеально, пожалуйста, больше 6 мне. 6, это что такое? Так, это плохо. Окей, мне можно туз или хотя бы 10. Прошу, или 4, 3. 10, 10, окей. Тут надеемся на ничью, потому что если вдруг у дилера 10, то это будет ничья, и я, в принципе, согласен. Вот, не могу сказать, что это хорошо, лучше было бы 5 сверху или 4, но 10 это лучше, чем 9, потому что было бы 9, у меня было 15, у дилера было бы 10, дилер бы выиграл 16 против 15 моих, это было бы ужасно. То есть, исходя из моих логических вычислений, 16 против 16, если вдруг там 16, это хорошо. Это хорошо. С такой ставкой, с таким балансом. Чел, а можешь перебрать... Вот прям 9 и 10 сверху, или 8. Давай, пожалуйста. Ребят, я верю, я верю, я реально верю. Это вроде, ну прям может быть, я чувствую. Нет, чмо, говно, воняешь, говном. Ребят, поставил 400, проиграл. Проверяем, проверяем теорию, я ставлю 300. Проверяем теорию, я ставлю 300 тысяч. Ребят, сколько длится ролик? Я заколебался играть в казино. На самом деле не заколебался, но мне кажется, вы заколебались это смотреть. Ролик длится уже 35 минут, дилера 10. Давай, 9. Так, ну тут 2, тут можно мне 2 положить. Я бы положил себе 2, реально. Давай, 2. Что? Что? Где карта? 2! Боже, что мне реально прет? Ребят, сейчас дабл Я сейчас, блин, нажму... Ребят, у меня отключился от сервера, подождите, сейчас подключусь. Друзья, 8 секунд, и я могу нажать дабл, я нажму дабл. Давай. 7, я проиграл, походу, пацаны. Нет, ну нет, нет, нет! Прошу! Нет! Дилер, нет, давай, нет, не надо, слышь, ты козел. Идешь отсюда. 8, ничья, боже, спасибо. Ребят, у меня сейчас еще телефон сядет, понимаете? У меня было 5%, у меня сейчас реально сядет телефон. Какой напряженный геймплей.
Так, 300 тысяч ставлю, погнали. А что, лагает? Или не лагает? Я не понимаю. Просто у меня телефон почти сел, может быть, лагает, если что, извиняюсь. Короче, на 300 мне вроде везет, поэтому погнали. А что так быстро сдается-то? 3, а можно 8? Если будет 8, я официально заявляю, что 300 это мое просто любимое число на свете. 2, 5. Че это говно, что мне раздали? Почему мне опять насрали на стол? Ребят, 5 против 9, ну что делать-то? Ну берем, ну само собой берем, ёлы-палы, тут как бы что? Тут выбора особо немного. 6, 5, 4, 3, давай. 9, супер. Ребят, ну сдаемся. Можно кнопка поднять флаг белого цвета? Чел, достань 5 или 6, и потом 10. Почему? Он как-то на последний раз перебирал, я не помню реально, я реально не помню. Давай, идешь отсюда, вон, толстый кабан. Друзья, реально перебрал. Не толстый кабан, а вкусный кабанчик, ребята. 1 200 000 рублей опять на балансе. Я не знаю, нам реально везет на 300к. Я опять ставлю 300к, потому что вроде везет. А хер, если везет, нужно ставить. Нет, лучше не ставить вообще. Но если везет, то класс. Так, туз. Ай, твою, где же отсюда толстый? Так, дама, хорошо. Окей, хорошо, 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 хорошо. Мне, пожалуйста, туз или 10. 7. Чмо. Мы проиграли, походу, ребят. А, там опять, как я уже... Я очень часто говорю слово «опять же», точнее, словосочетание этих двух прекрасных слов «опять же». А, вот. Он может перебрать, но с тузом он... Это маловероятно. Поэтому, скорее всего, ставку мы проиграли. Но если мы сейчас выиграем, то по-любому 300 реально самое лучшее мое число, любимое, самое фартовое. 37 минут длится ролик. Я извиняюсь, ребят, я не планировал. Так, ну что, давайте. Давай блэкджеку дилерам. Пацан Трэ, я сейчас... Вот сейчас почти сгорел. Может 800к поставить? Ну что, нет, нет, я не буду. Я ставлю... 400 тысяч ставлю, погнали. Рано или поздно это закончится тем, что мы все просрем. Вот прям возьмем и все просрем. Ну, слушай, тогда сразу все просрать, херли. 10 у дилера, мы все просрали, походу. Можно мне туз или 10? 7. Это ужасно. Ужасающая ситуация творится в мире нашем. Так. 7, 7. 14. Ну вот, брать 14 реально не круто. Ну, на столе нет шестерки, нет пятерки. Нет, я думаю, дилер переберет. Я чел не глупый. Надеюсь на то, что дилер переберет. Нажимаем, хватит. Просто вот верим в лучшее. Перебирай, кусок ты вонючего дилера. Давай, 4, 10 или 3, 10. Давай. 10, просто 10. Приятненько. Ребят, баланс 500 тысяч рублей. Если мы сейчас все проиграем, я реально больше, я больше не то, что не зайду, я к нему даже не, я не знаю, я отдалюсь от него максимально, я куплю дом, ну я реально куплю, я постараюсь купить где-то дом, в самой дальней точке от казино, вот я не шучу, ребят, если мы сейчас все просрем, в следующем ролике я куплю дом, который находится где-то в углу карты, на краю вообще мира сего, от которого мне просто будет в лень ехать до казино, я не буду этого делать. 5-8, отлично. Так, ладно, окей, мы еще не все просрали, то есть у нас в любой ситуации есть шанс на да. А я сейчас дабл нажму нахрен. Я сейчас нажму дабл, понимаете? Я нажму дабл, и я выиграю на дабле. Мне сейчас дадут 10 или туз, и я выиграю... Так, я выиграю, хорошо, давайте, берем. Ребят, нажимаем дабл, погнали, это игра для настоящих мужчин. 8-16, проиграли, походу. Дилер, 10-10, прошу, без говна, давай, мужик, слышишь, толстый. Так, пожалуйста. Я сейчас вот прям переживать начал. Давай, 10-10. Нет. Да, мы выиграли, боже, какой сладкий дабл. Ребят, вот это вот вверх-вниз мне не нравится, но то, что мы сейчас выиграли непонятно какой дебильный дабл, это, конечно, дало какой-то определенной мотивации нажимать дальше готово. Ролик длится уже 40 минут. Это трындец. У дилера опять 10. Это говно, я сейчас пойду олынить, мне надоело это просто. А, меня... хорошо, у меня тоже 10. Так, ладно, окей, туз по-братски. Не дилеру, а дилеру положили, видели? Так, пожалуйста, 4, воняет. Ладно, думаю, дилера перебор. Я не знаю, почему я так думаю, но... Сейчас я почему-то прям уверен в том, что у дилера перебор. Так, все, блэкджек, что вы колдуете, ребят? Ребят, смысл, вот смысл ты взял с 12-9, если у дилера все равно перебор. То есть, ну ты можешь просто не париться по этому поводу, там 5 и 10, я знаю, я в курсе. Я обо всем этом вообще прям в теме. Так, нажимаем, хватит. Надеюсь, смотрите, сейчас чел, надеюсь, справа возьмет, и мы узнаем, что там было. Надеюсь, там было не 7, потому что, ну, немного расстроюсь, да, слегка. Там был туз, то есть 15, это пофиг. Так, давай, чел, идешь вон, перебор. Давай, давай. Король, 20, чмо. Так, ребят, я ставлю 600 тысяч. Реально. Нет, 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 ставлю 200. Я понимаю, что с этого еще можно выиграть. То есть сейчас главное не рейджить. Я знаю свой рейдж. Я только что чуть не поставил 600к. Сейчас посмотрим, проиграл бы я или выиграл. Надеюсь, я бы... Вроде бы хочется проиграть. Ну, чтобы, знаете, типа...
Лол, я бы сейчас все проиграл. А хочется выиграть, потому что, ну, я же все-таки выиграю что-то. Ребят, заколебался. 41 минуту мы пилим данный видеоролик. Это уже какая-то магия, это уже что-то невыносимое, невозможное. Прикиньте, ролик длительностью час, где час играю в казино. Нормально? Нормально. Самое, что смешное, этот ролик уже успешный по той причине, что настолько долго я никогда в казино не играл, в принципе. Ну, в игре, само собой. Вот, поэтому это можно считать определенным успехом, но успехом то, что я сейчас все проиграю, назвать сложно. Фух, так, 12 секунд. Короче, если мы сейчас что, если выиграем 200, у нас будет 800, поставлю 800, у нас будет 1 600 000. В принципе, два all-in'а выиграть можно. Видите, я уже мыслю дебильно, я уже мыслю так, что сейчас все просрем. Так, у дилера, да, валет. У меня сейчас 7, да? 8, ну да. В принципе, далеко не ушел, ребят, я знал, что у меня будет что-то подобное. Слева 2 короля, у меня 18. Окей, 18 это норм. Это норм, но у дилера 10, вот это является небольшой проблемой. Ребят, я вам говорю, сейчас мы просрем, я all-in'ю. Так, все, хватит, я не буду брать 18, я еще даун. Дилер, пожалуйста, 7, 6, 5, 3, 2, 4, там столько карт. Фу, я выиграл, боже, гениус мысли здесь. Так, 300к ставим, погнали. На 300 вроде бы везло. Информирую, у меня до того, как я начал записывать ролик, на телефоне было 5%, и у меня вопрос только один. Я его, конечно же, подключил к компу на зарядку, но через комп заряжается медленно, как вы знаете. А почему до сих пор не сел? Друзья, у меня, короче, 1%, я сейчас переместился ближе к зарядке, видели бы, как я сейчас сижу, записываю видеоролик, но других вариантов нет, потому что он сейчас просто вырубится, я проиграю. Прикиньте, вот поставить последнюю ставку, какой-нибудь all-in, который, в принципе, выиграет, и телефон вырвется. Я буду плакать. 4, супер, хорошо, пожалуйста, по-братски. Но я уже на зарядке сижу, как дурачок. Туз, слава яйцам, просто просьба, 10 сверху, давай. Да, Блэк Джекс, боже, я камбэчу, ребят, я камбэчу. То есть у меня уже, ну, с вероятностью в много процентов победа. Блин, нужно было ставить все. Я хотел все ставить, вы не помните? Вроде я уже запутался, у меня уже шизофрения. Все, мы выиграли, ребят, 1 100 000. Я ставлю, наверное, сейчас... Короче, похрен, ребят. Сколько мне нужно? Мне нужно 600 тысяч поставить. Давай ставим 600 тысяч. 600 тысяч. Просто, если... А что не могу? А, максим... 500 тысяч это максимум, который можно поставить? Серьезно? Ладно. А что так слабо-то? Так, 500 тысяч. Ставим, ребят. Если выигрываем, у нас будет 1 600 000 рублей. Останется просто соточка, которую я точно не подниму, и мы просрём всё до нуля. Так, у дилера король. Да почему, когда я ставлю много, у дилера король? А у меня 3... Ой, слушайте, я в это играть не буду, реально. Ладно, все, сейчас 8 или дабл, что-то сейчас сделаем, ребят. 2-5. Это плохо. Почему я не справа? Почему я не Деливер или... А, Оливер Мазретти? Почему я Руве Ткач? Почему у меня 5, а у него 21? Ладно, почему у него 6, а не у меня, ребят? Я сейчас буду ныть сидеть. Ладно, окей, надеюсь, сейчас 6 колданем, ребят. Берем карты и достаем 6. Дама, супер, 15, балдеж. Мы проиграли эту ставку, скорее всего. Ну как, 100%, я вам говорю. Он не достанет себе перебор сейчас. Здесь он его... И когда все расстадил? Никогда. Да, 9 в натуре, балдеж. Ну что по центре? Ласт ставка... Здорово. Ласт ставка, ребят, и я ухожу отсюда. Так. Ставим 600 тысяч рублей. А, не могу 600, да? Да, могу 500. 500 тысяч рублей. Я сейчас буду делать 2 улына. Ну как улына? 2 по 500, получается. Это максимум, что можно сделать. То есть, мне похрен, реально. Я заколебался. У дилера дама, мы проиграли, это невозможно. У меня 6, это худшее, что можно достать. Ну как с этим вообще жить? Прошу, 4, 3, 8, 14? Ладно, окей, мы сейчас нажмем хватит. И посмотрим, может ли дилер хоть когда-то перебрать с 10. Вроде бы он еще этого сегодня ни разу не делал. Как бы мне не везло, но на перебор с 10 нам не везет вообще. Так, ладно, окей. Берем, нажимаем хватит, точнее. И смотрим, как дилер сейчас достает себе туз или 10, или 6, или 7, все что угодно. Все что угодно, там как бы мы проиграем практически. Ну 4, 6, он достал 6. Мы проиграли, окей, ребят, ласт 100 тысяч рублей, ставим 100 тысяч. Я уже не верю в то, что можем что-то камбэкнуть. Так, 100 тысяч, нажимаем поставить. И, собственно, просто прощаемся с балансом. В 1 200 000 рублей, у дилера 6. Да, конечно, когда нужно, когда не нужно, уже у дилера 6. У меня, да. Конечно, да, давайте мне шансы, чтобы потом ластавкой просто дать мне, просто, знаете, что дать. 8, 18, ну окей, мы, скорее всего, выиграли эту ставку. Я не понимаю, вот когда мне уже не нужно, я уже поставил 100 тысяч, чтобы проиграть, мне дают 18 против 6. Это норм, это незаконно. Окей, я еще буду олынить, пока не подниму 2 миллиона, мне похрен. Ну, 1 700 000, точнее. Так, нажимаем, хватит. Блин, я ж не могу олынить, я забыл. Тут же 500 тысяч максимум.
Ну, короче, похрен, вы поняли, о чем я. Так, давай 10, я выиграю эту ставку. 10 или туз, давай, все, я выиграю. Давай. Ну, я, если это проиграю, тоже смешно, реально. Мы проиграли, ребят, это смешно. Ладно, на этом мы и закончим, друзья. Я вам так скажу, сейчас я даже зарядки прям отсоединю телефон. Пошел он нахрен, этот телефон, этот казино. Я в шоке, на самом деле. Так, да, 2% зарядили, спасибо. Ребят, короче, я реально официально заявляю, что это уже нифига не шутка, что я больше не зайду в это казино. И в следующей серии, вот вы думаете, что я шучу, но вот где я живу? Я сейчас... А, нет, где казино? Казино вот находится справа сверху. А мы купим дом, знаете, где? Вот тут и продаются дома вообще. Так, ну тут вроде поле какое-то, да, дурацкое. Ну, короче, самое дальнее, я так понимаю, дальний город от казино — это Бусаево. В следующей серии мы купим дом в Бусаево. И я больше никогда не пойду в долбанное казино на этом сервере, потому что, ну, это невозможно, ребят. Три ставки, когда могли выиграть финальную, так сказать, зарубу и получать тюнинг, мы проиграли. В общем-то, реально, последняя серия по казино всем людям, которым не нравилось казино... Ребят, вот, собственно, все. На этом оно закончено. Супер длинная серия. Спасибо, что ее смотрели. С вами был я, Руви. Не забывайте, что можете меня поддержать, зайдя по ссылочке в описании, скачав данный сервер. Это получать сервер только на телефоны, на Android девайсы, на iPhone они не работают. Заходите по ссылочке, качаете, прокачивайте второй левел, нажимайте на стрелочку слева под картой, нажимайте H, нажимайте меню и выбирайте 10-й пункт, промокод. Далее тут пишите, получается, решетку Руви. Нажимайте ввести и получайте 15 тысяч рублей. Это меня поддержит, вас поддержит. Это будет круто, поэтому кому несложно, кому хочется, можете вот так вот делать. Все, всем удачи. Минус 1 300 000 рублей, плюс дом в... Где это? Где? Забыл. Сейчас. Где это? Во, в Бусаево. Всем удачи, всем пока-пока.